В 2013 году началась программа по всеобщей диспансеризации населения. Любой житель Российской Федерации на базе районной поликлиники может бесплатно пройти ряд обследований, направленных на выявление заболеваний, а также сохранение и укрепление здоровья. При себе достаточно иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования. О пользе и порядке проведения диспансеризации в репортаже Юлии Погосьян. В декабре прошлого года Минздравом России был введен приказ об утверждении порядка проведения диспансеризации населения страны. Теперь она будет проводиться раз в 3 года и профосмотры между ними. Все граждане, достигшие 21 года, смогут централизованно проходить периодические медицинские осмотры. Диспансеризация проводится для определения факторов риска заболеваний и социально значимых болезней, которые являются основными причинами инвалидности и преждевременной смерти. В зависимости от возраста пациента ему назначается список обследований. Ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, хронические болезни легких, онкология и ожирение, гиподинамия, нерациональное питание. В основном вот эти вот факторы, которые и определяются во время прохождения диспансеризации. Проведение диспансеризации полную ответственность на себя берет поликлиника. Как организует процесс главный врач и сработают специалисты, от этого зависит удовлетворенность людей при походе в медицинское учреждение. Сейчас из-за наплыва организаций, желающих принять участие в осмотре, очереди в Видновской поликлинике увеличились. Чтобы пройти диспансеризацию или плановое обследование, человеку необходимо провести в поликлинике чуть ли не весь день. Нужно дело полезное, но организация ужасная. Несобранность, нету никакой организации, вообще ничего. Хочу посоветовать более организованно провести диспансеризацию, потому что диспансеризация обязательно нужна для всех, правильно? Организация 80 человек, не хотелось бы толкаться в очереди. И на будущее просто более организованно провести хотя бы в один день по одной, по две организации, не по пять. И кроме, чтобы не было больных в этой очереди. Потому что хотелось, мы здоровые люди, нам сейчас идти обратно на работу. Скоро все организации закончат медицинский осмотр, и граждане, которые хотят самостоятельно воспользоваться этой услугой, непременно должны прийти на диспансеризацию. Действительно удобно, хорошо, раз в году человек должен обследоваться. Это правильно. В советское время это всегда было на предприятиях, когда мы раз в году проходили медосмотр, профосмотр. И слава богу, что это вернулось опять. Жители Ленинского района проявляют высокую активность диспансеризации в этом году. А Видновская поликлиника вполне готова обслужить такой поток населения. И, несмотря на некоторые организационные недоработки, ждет всех желающих в своих стенах. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.